Территория Одесского побережья продолжает уменьшаться за счет застройки коммерческими объектами. Только за выходные на 16-й станции Большого фонтана появились две новые торговые будки, хозяин которых пока неизвестен. За последнее время одесситы только что и успевают фиксировать новые торговые точки, которые растут как грибы в рекреационной зоне. А минувшие выходные не стали исключением. На побережье в районе 16-й станции Большого фонтана, как из-под земли, выросли две новые будки, хозяин которых пока неизвестен. Ни вывески, ни каких-либо других опознавательных знаков на них нет. Большое сомнение вызывает наличие водопровода. Можно только предположить, какие шаурмичные шедевры будут готовить в них для отдыхающих летом.